and not your Mary. Итак, ну что ж, всем привет, с вами я снова Михаил. Вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение с Михаилом и только». Это у нас начало нового прохождения. Я завершил, в общем, проходить игру Silent Hill первую часть и написал бонусное видео. И теперь перейдем к прохождению второй части, которая выходила. История на год указана 1999 год, 2003. По-моему, где-то в 2003 году как раз выходил этот такое переиздание, Director's Cut версия Silent Hill второй части для, в общем-то, PlayStation 2 и, по-моему, что, пока я точно не знаю, по-моему, пока тоже там есть это издание, где, в том числе, кроме основной кампании, есть также еще дополнительный контент, дополнительный такой DLC большой, точно, в общем, не знаю, я как бы в первый раз прохожу, поэтому особо много чего про нее, эту игру не знаю. В первую очередь, на данный момент пока что серии с этой Silent Hill менее знаком, чем с Резидентом. Так, смотрим управление, так, настройки точнее. Так, язык русский, так, субтитры включены. Ну, в общем, игра так-то русифицирована, но, в общем, озвучки там никакой нету, ни любительской, ни профессиональной, в отличие от первого Silent Hill, который так-то озвучек там есть, ну, какие-то, в общем, есть озвучки. В общем, я проходил и с одной озвучкой, это из, которая называется-то, любительской, Студия Саксон там написано. А потом вообще проходил еще с другой уже от Team Raccoon. Последний такой самый новый. Самый лучший в том числе. И вообще там текст перевод был много раз лучше, чем в той в первой версии. Так, здесь же нашел более-менее русский такой перевод. Хороший текстовый. Самый лучший, который там я находил. Потом что в описании укажу. Что там за перевод текстовый. Говорить об этом сейчас не буду. Так, так. Сразу настроим звук, чтобы нормально было все. Здесь отыграешь игру, с самого начала запускаешь, ну, в общем, уже... каждый раз заново каждый раз нужно эту звук настраивать. По-другому никак не получается. Так, ну, там я так оставлю. Хотя у меня там еще в самом эмуляторе, там звук тоже, конечно, сделан ниже, тише сделан. Так что, наверное, погромче сделаем. Проверю так вот. Ну, так нормально, думаю, будет. Или так, так сделаю. В общем, так оставлю. Так, ну все. Так, изменим-ка. Так, изменим настройки. Так, думаю, теперь нормально все будет. Так, сейчас проверю-ка я сейчас, в всякий случай. Да, все нормально, все. Все нормально. Так, ну, в общем, начинаем проходить эту игру. Так, что интересно-то, в отличие от... первого Silent Hill. То, что я уже заметил, когда игру проверял, в общем-то, запускал, как она там работает на эмуляторе PlayStation 2. Там такая версия, такая самая старенькая версия у меня, 1.2.1. Хотя есть поновее, конечно же, я попробую на этой версии пройти, думаю, она нормально будет работать. Посмотрим. В общем, где видно, что здесь вот есть основной сценарий, письмо из Тихого рая называется, и дополнительный сценарий «Порождение желания». Ну, такой DLC, в общем, дополнение. Основной игре, где мы там за другого персонажа играем, не так как в основной игре. Я понял уже. Так, ну что ж, начнем тогда основной сценарий проходить. Плюс ко всему, здесь также можно поменять уровень сложности самой игры, и плюс уровень сложности, допустим, этих головоломок тоже поменять можно. Во-первых, Silent Hill такого не было. Ну, поставлю, как обычно, самый такой трудный. Что такое, первый Silent Hill проходил на трудном, и ничего. Были трудности, конечно, но думаю, справиться получится. Еще пройдем. Так, трудно выбираем. Так, сложность загадок. Ну, также трудно поставим. Наш резидент, я могу помнить, проходил. Конечно, были трудно. Были, конечно, помню, были еще трудности помнить прохождение Countdown Vampire с игры. Тоже на PlayStation 1. Как и первый Silent Hill, как и резиденты, там первые три части, Gun Survival в том числе. И там тоже головоломки были сложные очень. Ну, в общем, такой клон Resident Evil получается. Игра. Так, ну в общем, поехали, ладно.
Mary, could you really be in this town? Ух ты, даже отображение, в общем, героя в зеркале есть. В некоторых современных играх такого даже нету. Это прикольно. Такая мне очень приятно увидеть. Так, а здесь чем-то еще? Чем-то в этой раковине, может быть. Посмотрим. А, так это на свой выход наружу. Я уже проверял. Так, а чем-нибудь есть все-таки? Чем-то такое поблескивает. Так, что там написано? На английском, ну ладно. Так, может, сюда можно зайти? А, здесь у нас как будто есть. Может, ничего нет. Какая-то дверь. В общем, он герой оказывается в туалете будет, да? Видимо, куда-то там ехал, наверное, как герой, в общем, Silent Hill первой части. Гарри Мейсон помнится, куда-то там ехал вместе с своей дочерью. В итоге, там, авария не случилась, он потерял свою дочь, в общем-то, искал ее всю игру, в общем-то, в конце нашел все-таки. Помню. Здесь вот тоже он герой оказался, видимо, в каком-то там туалете, даже за этим тарпаном. Потому что интересно, лицо главного героя видно в зеркале. Большой плюс в игре. Ладно, пошли. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. A dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us, staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? Поначалу игры. Так. Так, завернуться назад можно? А, можно. Там особо ничего, наверное, нет больше. Полезно-то. Так, в общем, где-то мы находимся, как я там не заметил. Я на не в том месте, где был еще Гарри Мейсон, возможно, или нет. Знакомая довольно локации. А, назад нужно уходить. Сказал там. Эта дорога, по которой я приехал, нет смысла возвращаться назад. А, ну хорошо. Ну да, я так и понимаю, что нет смысла. Так, в машине у нас, по-моему, была карта. Оделась. Ну, как раз без нее нельзя никак. Ориентироваться сложно. Так, хотя можно, конечно. Думаю, эта игра не позволит нам возможности. Хотя можно, может быть, без нее пройти, но это... Не знаю, вообще реально. Возможно ли... Взял карту Silent Hill. Так, берем. Интересно, можно ли вообще игру пройти, наверное, правда, реально без карты? Как, например, первую часть. Так, вот она карта.
Так, вот она карта. Ну, посмотреть по улицам-то. Нейтон-авеню, получается, у нас. Линдси-стрит улица, получается. Мартина улица, Мартина. Это не особо знакомое название. Хотя я помню только название улицы, наверное, первым в самом районе Silent Hill. Первым Silent Hill в игре. А потом уже остальных, там центральный Silent Hill, тот же курортный район, особо там название не вглядывался. Может быть, конечно, это курортный какой-нибудь район, возможно. Озеро Толука. Знакомые. Возможно, кажется, так и есть. Так вот, маяк в этом случае, где будет здесь находиться. В общем, какая-то незнакомая такая часть города, может быть. А может, реально знакомая. Либо здесь в зависимости от игры, там, может, именно меняется локация. Да. Так. Ладно, пошли. Тогда мы здесь, в общем-то, уже нечего особо делать. Оружия главного героя вообще никакого нету. Ну и так должно быть. У нас обычный герой не спецназовец, все-таки, или как в Резиденте каком-нибудь. Так. А что у нас здесь? Озеро Толука написано, ага. Так, здесь ничего нету, да? Какой-то грузовичок. Который не отклоняющий, не следующий вам. Так, а что у нас там находится? Какой-то у нас... А, путь закрыт. Так, старый Silent Hill. Ну, старый Silent Hill, 50 километров. National Park. Здесь будет блокирован. В общем, нам не пройти, да? Все. На машине я дальше не проеду, придется идти пешком. Ну, и так понятно, что если машина вышел, машина там сесть в любом случае не получится, обратно машина. Так. Здесь, да, заблокировано все, весь проход. Ничего особо-то нету. Так что нам придется, видимо, спускаться вниз к этому озеру. Я так понимаю. Ну, туда проход тут. Здесь больше особо ничего нету. Все перегорожено. Пройти нельзя никуда. Так, а что там блестит? Мне показалось. Пройти туда можно? А, нельзя. Ну, пошли тогда. Вниз спустимся. Оружия у нас нету. Пока, думаю, врагов никакие не появятся, никакие враги-то. Так, отлично. Туман, как обычно. Ух, какой туманище-то. Ну да, карты... Ой, это... Камера здесь, конечно, не всегда удобная. Ну, как в Резиденте. Ограничивает обзор. Поворачивается вот так еще, таким образом, что... О. Не звук пока... Кто-то показал, что кто-то есть. За звук такой. В общем, наши герои не нападут, как этого, на Гарри Мейсона. Реально, как звук собаки. Какая-то собака будет где-то. Я сейчас сюда пошел, может, и... Так, еще камера как повернулась, так вот, неудобно. Ты не особо-то жгляди, что там впереди находится. О, сейчас, смотри-ка, нормально повернулся. За звук такой. Куда мне идти-то, ё-моё? Я ни черта не вижу. В этом тумане. Так. Реально, я вообще сюда иду. А, ну дорожка так у нас показывает. Либо дорожка немножко видна, но, в общем, да. По ней идти, если. Никуда не сворачивая. Ну, думаю, мы придем куда надо. Хотя, мне кажется, особо-то никуда не свернешь. Тут реально какая-то там жуть сзади, вот где там, за зарослями. Тут там шито звуки, их-то страшно сдают. О, колодец. Так, еще... Только он закрытый. А это как там ее зовут, эту девочка, из фильма «Звонок», девочка, там, девушка, это призрак, это, передает привет. Колодец что-то есть. Что это такое? Глядя на это, возникает ощущение, что будто кто-то копается в моей голове. Очень странное чувство. А, это сохранение, оказывается, так вот работает. Так, ага. Сохраняй, давай, сохраняйся. Проверка памяти, PlayStation 2. Сохранение завершено. Так, вот.
А, вот сохранился, да, получается, лес. Сохранение возможно, сохранил файл, так, ага. Я сохранился. Вот это сохранение, да. В общем, сложность тяжело, загадки тоже тяжело. В общем, все видно, что вот какие у меня еще сложности. Давай еще раз сохранимся. На всякий случай проверю так вот, как работает. Так, перезаписывать можно, в общем, нормально. Сохранение второе. Лучше слот. Ладно, давай вылезаем из него. В этом колодце сохраняться. Это жутковато, конечно. О, как быстро скачет-то. Нифига себе мне. Так, давай заходим. Куда-то мы пришли. Какой-то домик, что ли, получается. Так, а по карте там понять можно, куда где мы этого. Ага, ясно. Там здорово такой, да. А нам же вообще нужно в этом какую-то парку, который помечен там красненьким таким цветом, маркером. Потому что нужно туда идти. Просто идти туда, получается. Ух ты. Кладбище какое-то, что ли? Большое такое пространство. Видно по карте. Куда нам идти в этом случае? Хотя, наверное, прямо попросту. А, не туда, да, прямо нужно идти. Значит. А если я просто побегу 10. Я иду такой интересный, может. Ух ты, меня что-то куда-то закидывает. Что получилось? А, что-то вдруг. Excuse me, I... Oh, I'm sorry. I no, was No, it's just... okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... Yes? I think you'd better stay away. This, this town, there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but... Is it dangerous? Maybe. And it's not just the fog, either. Okay, it's... I got it. I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just, I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. But why? I'm looking for someone. Who is it? Someone very important to me. I'd do anything if I could be with her again. Me too. I'm looking for my mama. I mean my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry. It's not your problem. I hope you find them. Yeah, you too. Понятно. Ну, я права в чем-то. Silent Hill реально опасный мир. Так, мы с вами пошли. Так, что нам по карте куда идти дальше? А, то есть... Там какой-то человек здесь наш. Видимо, какое-то кладбище. Странно, в чем-то он не сделал. Он ищет, в общем-то, своих... Эту семью, но... На детях еще. И, значит, они, возможно, не уже мертвые, что ли, получается. Поэтому он их еще. Так. Ладненько, так, это у нас какой-то дом здесь. Зайти туда можно или нет? Ну, вряд ли.
Да, по карте все-таки еще раз. Мне нужно, видимо, дальше просто идти. Какие-то дороги где-то там. Найти ее часок. А, какие-то зачем? Так, у нас... Она какая-то... Так, где мы найти здесь вход? Так, погоди, какой? А, в обратную сторону иду. Значит, видимо, где-то это... Уже вернуться к этому дому, там где-то, наверное, проход есть. Дом войти нельзя, значит. Угу. Это, может, не дом, это, может, какая-то церковь, что ли? Похоже, как будто. Так. Только... А, может, эти ворота нужны. Нам зайти. Так, посмотрю еще раз по карте. Да, получается, так-то и есть, наверное. Сюда нужно идти, вот, в сторону. Вот, так и есть. Еще раз по карте. Ориентируемся. А, ну, кажется, все правильно. Эта дорога идет, в общем-то. Сейчас надеюсь, туда, куда хотим попасть. И не надеюсь, никого не встретим. У нас оружия свободы и нет. Это, в общем-то, опыта первого Silent Hill, то там нас, конечно, накинули врагов, когда у нас оружия не было, но потом оружие... Ну, в общем, потом, конечно, можем погибнуть, и погибли бы мы, и в итоге наши... Пока там Билл Беннет помогла нам, была пистолет. Здесь не знаю, как это будет. Попадется какой-нибудь тоже полицейский, который поможет нашим героям. Вдруг кажется, что, в общем, столкнется с врагами этими. Сами. Так, какие-то ворота. Что это такое у нас? Silent Hill Ranch. Ранчо. Как там, кажется, замок висит, да? А, то есть это обратная сторона. Вот-то. Блин. Так, это... А, ну попасть туда нельзя, значит. Ладно, пошли дальше. Так. А, ну да, значит, нужно идти в эту сторону. А, ну здесь камера та же самая, что и в старом Silent Hill. Также все работает. Так, поди-ка. Нельзя, значит. Надеюсь, я ничего не пропустил. Вдруг кто-нибудь это не нашел. Ну, что такое там копошится? Мне, конечно, узнавать не хочется, но... Что это такое? На звуки. Вот кто-то с ним здесь кто-то есть. Не видно кого-то. Так, значит, все-таки туда нужно идти. Пошли по этой дороге. Вес, конечно. Туман нашли такого объемного, наверное. Реально. Так. Я первым Silent Hill, помню, тоже такие моменты были. Одно место, помню. Парк этого вот, развлечения там тоже тормозил довольно. В других местах. Это не удивляет. Сравнение с тем же резидентом, все-таки игры эти да, реально довольно-таки. Разводящим довольно-таки более графонисты, чем резидент. Так. Вот это мы идем куда-то вот. Пришли, идем тут куда надо. Интересно. Здесь закрыто. Это что здесь такое за место? Марика, куда-то мы пришли. Так, а если мы сходим еще посмотрим, здесь вот по этой стене продвинемся. Вот здесь есть еще интересно. А, нет, мне кажется, все-таки мы правильно шли. Все правильно, ладно, пошли. Проверим вот это здание. Так. И сюда. Значит, мы пошли куда надо. Так. Там попали. Ух ты, карта приблизилась, смотри-ка. Нам нужно вот сюда, в этот парк, попасть. Так, это у нас
Чуть на познакомый такой попадется, интересно или нет. Думаю, должно попасться. Так, церковь. Такая особо таки незнакомая локация. Которую, по-моему, в первом сайт-кире мы не видели. Так, если идти по этой дороге. Ага, в общем, скоро мы доберемся до Silent Hill, получается. Самого города это. А может уже почти что попали. Какой-то, да, какая-то дорога явно. Наверху, наверное, там более большой, это ведущий город. Основная, может, дорога, а здесь какой-то большой переулочек, такой проход под ней. Там идет, интересно. А, мы почти уже добрались. Магазин цветов. Там дальше скоро будет. Скоро мы... Roadrunner. Rodeo, как он что-то подобие такого. Только с конями связано там что-то. И с быками, и с конями. Так, машинка. Ничего здесь нету, да? Пройтись тут нельзя. Ладно, пошли дальше. Так, куда-то мы идем, продвигаемся. А на улице какие? Так, а еще на другой стороне написано. Сандерс. Улица Сандерса, да? Я что-то вот куда-то мы и попадаю. Это, кажется, мы в город, в общем, дрались уже, получается. Так, туман, конечно, здесь даже более густой, чем первым Silent Hill. Здесь вообще реально игра по графике скакнула довольно, в общем-то, заметно. Наш модельки персонажа, посмотрите, вот, более детализированная, чем в первом Silent Hill была. Понятно, почему это тормозит. Туман какой-то более объемный был. Ну, PlayStation 2 все-таки. Не PlayStation 1. Разница между ними там... Ух ты, это что такое за... Эти пятна кровь. Так, что-то там явно, да? Ух ты, здрасте. Тут кто-то такой вообще. За ним, что ли, пойдет? Пойдем. Это тень. Ты пойдешь за ним? А, в общем, как первый Silent Hill, помните, там тоже. Гарри Мейсон летел вдалеке, где-то, в общем, это силой дочери. Побежал за ней, в общем-то, и встретился с монстрами впервые. А вот этот герой Silent Hill второго, он видел, в общем-то, вдалеке тень монстра какого-то. Я пойду за ней, что ли, получается, надо попробовать. Так, ну пошли за ней. Так, а сюда можно к каким-то зданиям зайти, не знаю. И пока нельзя. Наверное, особо-то. А, ну выбор, наверное, мне кажется, какой-то будет. Вот это можно будет зайти, попасть в какие-то локации. Вооружение, какие-то здания, но вот не во все. Как, например, первое Silent Hill было. Ну да, пошли за этим существом этим. А, вот след крови. Куда тут там идет он? Интересно. Так, сюда, что ли? О, какой-то туннель, что ли? Как будто, мне кажется. Не показалось. Вон еще след. По следу крови идти. Так. Вот это мы пришли. Куда это, интересно? Так. Здрасте. Это за мист такой. Это грузовичок. Кстати, сюда еще попал куда надо. Это как будто пойду куда-то не туда. Не так же. Жеца. Что это за звук такой? Что это за реально?
Что это за звук? Какое-то радио как будто. Ой, нифига ты пошел туда, ё-моё. Ты... О, что-то взял. Оружие. Будем сейчас биться, тут как это? Да, погоди-ка. Я не помню, как он пользуется, чтобы бить это оружие врагов. Может, как-то уйти отсюда можно? А ты мать, чем мне биться-то? А что-то не то нажимаю. Подумайте, а что он не бьет врага-то? Убьет еще, блин, поймайте, как-то бить тебя. Эй, чё кнопка не... Да? Это выймать. У меня кнопка не работает. У меня кнопка бьет, удар не работает, что ли? А, тут выймать. Да беги ты! Меня убьют потрохами-то. Так, что-то я не пойму, что-то... Так, сколько дней, чё не... работает. Так. Ладно. Так, так, пока. Блин, чё? Зараза. Так. Теперь карту. Он не бьёт, врага. О! А. Вот, понятно, все, разобрался. What? It's not human. Так. Давай стойка, это у нас удар. Так, живы. Получилось чем-то врага. Так, а что он с ним такое? Посмотреть, может учить его? Что он такое? Зачастую непонятно, откуда взялось. А. А, не то. Погоди, чё мне? Он... Так, погоди-ка. Так, продолжаем, в общем-то. Так, немножко я там настроил чуть-чуть. Тут что-то не... Ага, ясно. Тоже удар. Сейчас, да? И это тоже удар. А нет, это нет. Тут у нас карта. Инвентарь, интересно. Пока непонятно где. Тоже. Только у нас присесть. У нас бегать. Чтобы... Ладно, владелец немножко, конечно, мне враг первый покоцал. И пока непонятно, особо пока за тебя здоровья нету такого. Менюшки ничего не могу дойти. Карта. Другой это. Ту кнопка. Пауза. А, вот. Что-то не меня приправление, конечно, такое вот настроил, как бы. Оно... Будет сам перестраивать. PlayStation 2 эмуляторе другое, чем мне PlayStation 1-то. Привыкника. Так, это у нас оружие, как раз вот, да, вот снаряжение. Чёрная водоска с гвоздями на конце, слабое оружие, но простое и легкое. Фотография Мэри фото того времени, когда она еще была здорова. Так, посмотреть-то можно? Не использовать? Так, нет? Надо посмотреть просто. Ага. Так, это у нас... Так, письмо от Мэри, подделённое на конверте по черкам Мэри, написано ее имя. Значит, как раз наше вот это... Деревянная доска, которую мы взяли. Так, это у нас радио.
Стативный радиоприемник, он фонит, когда рядом монстр, но это как в первом Silent Hill. Заметки пока нет, никаких карт тут. Ясно, ага, еще на Enter получается у нас. А, это... так. Это карта у нас. Приблизить, отдалить, понятно. Тогда выйти. Можно. Так, снова назад менюшка. Так, не надо включать. На Enter мне обратно в снаряжение вернуться, получается, выйти из него. Так, рука, кнопка, карта. Так, все. Немножко разобрался. Так. Так, теперь отсюда выйти вот. Так. Ага, все ясно. Yeah. This thing broken? What the? I better take it anyway. I might need it. Немножко надо озвучка отстает, зараза. Ладно. Так, в общем, мы взяли тем самым какое-то оружие, плюс к всему радио. Последовал за этим монстром, так что не просто так, что. Ой! Он быстро начинает бегать. А может просто PS качет бывает. Так, ладно, идем. Будем отсюда. Там больше делать нечего. Как будто. Так. Это как говорит нам идти. А, нужно еще идти к парку. Основная цель, так что. По карте сейчас мы ориентируемся, думаю, куда идти нам. А, ну недалеко, так это место-то. Не знаю, куда нужно будет попасть, какие у меня это здание можно. Возможно, можно будет попасть. Так, ладненько идем. Так, побежали. Сейчас сориентируемся, думаю. Так, враги в облице, да? Так, кого-то здесь еще. О, вижу, вижу где. Ух ты. Твою мать, а. Давай, давай, бей его. Живы еще? Как падает их. Что ты? А чё он живой-то? Фига себе. Чё? Ох, там... Что еще и враг поблизости. Так, ясненько. Где-то там у нас, да? Идет. Так, карта, не карта, нужно срочно. Или не карта. Так, где нас здоровье хотя бы по ней еще? Не сразу собрать, немножко иначе все ощущается. Другой показатель здоровья, что интересно. Более там наверху-то. Так, радио включить, ладно. Дальше нужно уходить, убегать надо. Нам нечего с ними копошиться, думаю. Думаю, дети враги-то. А куда нам идти-то надо? Куда нам надо идти? А в общем, как обычно, все эти вот дороги обрывающиеся. Пропасть какой-то. Так, ну, о, мимо не придется бежать. Никак иначе, да? Сколько этих врагов здесь там входит. Надо быть поосторожнее бы. Попасться на них бы. Так. Так, а надо повернуть сейчас налево. Ой, направо точнее. Так. Здрасте. Дай-ка вас их оббегу. Не буду я с ними сражаться. Так, нам нужно... Ага, нужно так. Прямо. Здесь, конечно, патроны тоже... А, патроны, хотя искать такие патроны. Оружие. Не стрелы-то особо никакого нету. Так, нам нужно, думаю, лучше идти вот... Так, прямо до следующего, до второго поворота, потом направо. Ох, слышу я вас там. Так, вот не сюда.
Идем прямо. Ну и жуткие, неприятные, конечно, монстры, ничего. Ух, наконец-то успокоилась. Так, и смотри, теперь на карту вернуться, точнее, инвентарь мне надо бы. Пойдем направо, потом прям бежим, в общем-то, до упора, и потом уже налево. И как раз, думаю, там уже бежать немножко останется на этого парка. Так, сейчас там по снаряжению. О, ну, нет, это эту карточку наверху, которая изображает, в общем, наше текущее местоположение. А, непонятно по ней особо-то, какое здоровье главного героя, сколько его могут вообще ранить. Надо бы еще, видимо, здесь собой сориентироваться, когда-то понять что-то. А то не то, что было первым Silent Hill, там. Как обычно, как в том же Резиденте, не знаю, вот. Казалось, здоровье такое же почти похожее. А здесь же что-то немножко по-иному все это ощущается. Так, ладно, побежали. Так, повернули направо. Наверное, снова враги появятся, да? Как же без них-то? О, чуть, слышу. Где? Так, это что такое? Где-то здесь, что ли? Давайте. Давай-то. Ох, где-то слева там. Здесь же неприятно все-таки одни звуки. Даже при менее еще более неприятно, чем было раньше. Черт, снова путь. Придется что-то ходить. А, придется, значит. Может быть, даже придется как-то через какое-то здание проходить, видимо. Попасть к этому парку, да? Так кажется. 100%. Через какое-то здание нужно будет перейти, попасть туда. Обратно привет. Зараза. Куда же нам дойти? Может, сюда? Так, быстро уходим. Фух, какие же звуки неприятные, е-мое. Жизнь какая-то. Так, бежим. Бежим. Уходим от них. Оббегаем их нафиг. Ничего. О, что-то лежит. Не показалось? О, что-то лежит реально. Так, ой, я не карту вообще хотел, где. Там что-то лежало, реально аптечка какая-то. Так, о, аптечка. Только что заметил. Мне кажется... Так, а что такое? А, так, это ничего такого. Интересно. Так, дай-ка передохнем здесь. Смотрим по карте, что у нас там, куда еще попасть можно. А, то есть нужно найти там, прошу, направо, получается, идти. Попробуем сейчас вот этим вот путем. Крайней дорогой. Пойти. До парка. И ё-моё, такие жуткие звуки не сдают, ё-моё. Какой железкой приятный. Да шушим первый. Да беги ты! Беги, беги! Черт, беги. Беги, герой, беги давай. Примис. Он так вызывал, получается. Очень какие-то таракашки. Так, ненавижу тебя. Он тут убежит за ним, что ли? Закрыто? Да, твою мать, а куда же нам идти-то? А, таракашки эти. Черт, куда мне нужно валить отсюда? Тоже закрыто. Так. А может вот здесь как получится? Еще можно пройти-то. Везде пути перекорожены. Пройдешь никуда. Значит, какое-то здание, может. А, может вот это? Улица Мартина, может там где-то пройти? Наверное. Так кажется. И против вот этот переулок. Хотя нет, это. Надо попробовать к этому вот переулку пройти. Почему к этому пройти? Улица Мартина. Дай-ка проверим. Надо будет как-то мимо них пробежаться. Зараза. Они там реально шли быстрый. Ну, а, нет. Казалось просто. Так, бежим. Оббегаем. Беги давай, герой, беги. Так. О, мы бежали как раз в это место. И мы уже были. Так, пошли дальше. Немножко осталось, надеюсь. О, твой мать! Ах ты ж, герой, беги, беги. Иди давай, беги. Чё тебе? Как это что-то не там неожиданно оказался на месте? Вот твою мать, ты что ж там повсюду бегать, да? Так, первая карта. Мне кажется. А, вот, я где-то уже недалеко. Недалеко от него оказалось. Так, уходим. Бежим. Куда-нибудь, не знаю. Хоть куда-нибудь найти где-то место. Где-то не можем спрятаться.
мне оторваться-ка тут. Так, аптечка, хотя у меня одна есть аптечка, но я пока тратить ее не буду. Так. Мне еще куда здесь попасть вот? Нам попасть к этому парку. О! А, это карта. Я постоянно эти кнопки путаю. Испугался, думал, точнее я радовался, что думал нашел какой проход. Ага, хрен. Что за вылезло прям из. Что за. А, ключ от ворот. Так, так, так. Вообще, мы не зря сходили. Ворот. А, может лучше мне тех ворот, которые мы. Эти вот, которые там. Блю Крик Апартамент, который называется вот поблизости. Идет мистер Рен какой-то, в общем, ну. Так, если мы вернуться туда, попробовать проверить. Ключ. Так что неожиданно, чем попал куда надо. Там больше хотя от него нет ничего. По бедолаге-то. Тут его еще сожрал под архами. Так, побежали. Побежали. Надо валить отсюда. Ох! Чё за... Чё за реально за фигня какая-то? Получается жуткая ползучая тварь. Ой-ой-ой, где они там? Уходи, 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 уходи. Чёрт, тень, да я нифига не пойму, где они реально могут быть находиться. В общем, твари, конечно, еще прям враги реально жутковатые. Вот тебе деревья. Реально жутковатые. Ничего не скажешь. Так, мы почти там добрались до этого места. Почти. Ух. В общем, бежим, бежим, давай. Джеймс, беги. Главное, в общем, сам главное, не останавливайся. Нужно отсюда убегать. Они там. Нас не добрались. Так, будет он здесь держимся. Давай-ка. Да чтоб дерево. А каким воротом-то? Я ж ключ ворот взял, да? Интересно. Так, вокруг него все будет. Ага. Значит, каким-то другим воротом. Какие-то ворота открыть нужно, получается, да? Так, я какие-то ворота интересно открывать, может быть, все-таки. Нету готов. А нет, там внизу не там вниз, не там вниз не спутишься. Если надо проверять все вот эти места, получается. Если это не от этих ворот, которые я думал, то. Значит, надо попасть вот по этому проходу попробовать. Это вниз нам нужно отправляться. Явно. Так, дальше у меня от этих ворот получается ключ. Так, аптечка у нас есть, восстанавливает здоровье, это замечательно, лечивая раны. Эффект средняя сила. Ключ, в общем, у нас от ворот здания. А, старенький ключ, который я нашел в городе. То есть нужно какие-то, в общем, нужно искать это. Чего ключ нужно применить? Почему? Для чего он нужен? Так, если смотрите внимательно. А, вот, вот апартамент, вот, вот. Или так, или по карте. Ой, нет, нет, назад, давай. Карту нужно. Так. Где-то было написано, по-моему. А, вот они. А где эти ворота тогда были, интересно. Где нереально эти ворота? Ворота там нужно искать. Так, так, так. Ворота. Надо сейчас искать эти ворота. Понятно. Вроде бы надо где-то ворота. А, может эти? Нет, так надо быстрее двигаться. О, давай, давай, ну. Во! Получилось. Все-таки. Ух, нашли, что хотели, да? Так, ключ мы тем самым, получается, использовали, значит, он у нас исчез, наверное, да? Ага, все. Ну, нашли, в общем, ворота. Нашли тем самым, слава богу. Здесь хотя бы немножко отдышаться можно. Так, у нас какие-то здания какое-то. Так, здесь. Так, посмотреть по карте, если это. Так, может там что-то интересное есть? Так, а здесь что-нибудь еще есть? Мы бежим, бежим.
Реально, это непонятно происходит. Какого черта? А. Только тут долго слишком бежал. Нет? Закрыто. Ага, ясно. Значит, здесь мы не пройдем. Получается. Я думаю, какой-то прям этот бермудский треугольник где-то замутим. В каком-то пространстве оказались замутом, который на не убраться. Бежим постоянно, как будто конечно такое пространство попали. Так. Ох, какая-то печь. А там чем здесь мусор, он не пригодится. Больше ничего нет, да? Ясно. Так, может, вот эту дверь открыть можем? О, так и есть. Это почему-то очевидно было, наверное. Ух ты, куда мы попали? Так, это у нас какая-то карта его. Наверное. А, карта, да. Этих вот, этого здания карта. Так, один этаж пока получается, что здесь. А здесь реально есть столько этажей, интересно. Так, а один этаж. Мне кажется, здесь, наверное, больше этажей, чем один. Но получается, карту пока только первого этажа. А, наверное, каждый это, в общем, карты каждого этажа будет, наверное, на в общем, на этаже нужно искать будет. Первый этаж карт первого этажа, на втором этаже карт второго этажа и, наверное, так далее, да? Потому что здесь, посмотрите-то, приключений между этими этажами-то нет, значит. Карта только первого этажа получается. Так, еще что-то есть? Лечебный напиток. Ага, прям как тоже. Аптечки, лечебные напитки эти вот. Ясненько. Так, может, что-то есть еще? Какой-нибудь ключ, не знаю, что ли? О, бумажка какая-то или нет? Ух ты! А, это сохранение, ясно. И понятно. Так, давай когда сохранимся в этом месте, что ли? Так, ага. Так, жилое здание. Юго-западная лестница, что ли? Получается. Отлично. В общем, это месте вот это, думаю, сохранились. Так, ну что ж, тогда можно как раз в нем и закончить данную серию, думаю. Первую такую пилотную серию по началу прохождения второй части Silent Hill. Я бы хотел, в общем-то, ее как раз начать проходить первый раз еще до выхода ремейка от Bloomberg Team, авторов Layers of Fear, там Observer и Medium, в общем, таких вот игр на сверных. Смотреть, в общем, перед этим оригинальную игру. В общем, шикарная игра, не зря, в общем-то, я ее хотел пройти. Как Resident, в том числе. Вторая так известная серия кровавых хорроров. Хотя еще, наверное, вспомнить, сюда можно еще добавить Alone in the Dark, в том числе тоже такая древняя серия известных сурвалов хорроров, которые тоже хочется пройти там. Самая старая часть, и тоже 2008 года игру, и новые тоже, которые в этом году вышла. Знакомиться тем самым. Которых, в общем-то, которыми вдохновлялись разработчики Resident Evil. Silent Hill, конечно, не знаю точно, но, наверное, тоже. А может быть и нет. Ладно, в общем, это на месте, думаю, данную серию мы закончим. Увидимся в следующей, где продолжим проходить эту игру. Если видео понравится, поставьте лайк, также оставляйте свои комментарии. Только конструктивную критику, без мата оскорблений. На этом все. С вами был Михаил, дорогие зрители и подписчики моего канала. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.